Сотрудники СОБРа отрабатывают зачистку дома от условного противника. Все внутри – это макеты, которые служат скорее прообразами реальных вещей. Бойцам нужно отрабатывать упражнения в максимально приближенной к действительности обстановке. За действием сотрудников следят опытные наставники. Они рассказывают, как и где правильно встать и как действовать. По понятным причинам многое из этого мы озвучить просто не можем. Ты не должен тормозиться, ты работаешь на ту, на вторую комнату. Понял? Сначала отрабатывают свои действия без патронов или, как тут говорят, в холостую. Нужно точно отточить действия, чтобы в боевой обстановке все прошло гладко. Здание, которое штурмует боевой отряд СОБРа, расположено на учебно-тренировочной базе. Здесь проходят тренировки почти всех подразделений Росгвардии. Занятия ведутся несколько раз в неделю, чтобы четко отточить все свои действия и уже в бою показать, чего стоит рязанские спецподразделения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».